Лыжные соревнования с православным посылом. Рождественская гонка проводится уже во второй раз. В парке культуры, спорта и отдыха она собрала любителей этого зимнего вида спорта со всего Подмосковья. В выборе места проведения не ошиблись, говорят организаторы. Ну, здесь много профессионалов приезжает, здесь вообще прекрасное времяпрепровождение. Советую всем одинцовцам, нашим ребятам, да и кто любит этот вид спорта, приезжать здесь, проводить время с лыжами, с друзьями, за горячий чай, здесь всегда можно перекусить. В дружеском турнире смогли поучаствовать все, от профессиональных спортсменов до любителей. Многие встали на лыжи впервые, а Никита Васильев в этом спорте уже 4 года. На соревнованиях решил проверить свой уровень подготовки. Пришел, чтобы поучаствовать. Просто интересно посмотреть силы, сравнить с другими ребятами. Состязания проходили на трех дистанциях разной сложности. 600 метров для малышей, 1800 метров для более выносливых и 6 километров для профессионалов. Горячий чай, награды и положительные эмоции на финише ждали каждого. За ними сюда точно стоило приехать, говорят участники. Ну, на хорошее настроение, на просто приятную прогулку в таком бодром темпе по трассе. Соревнования прошли по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы. Многие прихожане храмов активно занимаются спортом и тоже приняли участие в рождественской гонке. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».